Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. На этой неделе работа не потребует от вас излишнего напряжения, однако на ваш карьерный рост может положительно повлиять человек, который давно работает с вами. Благоприятное время для новых знакомств и коммерческих предложений. Телец. Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, это придаст вам новую энергию. Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей. Благоприятное время для освоения новых горизонтов. Близнецы. Проявите щедрость. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Желание поделиться творческими идеями и накопленным профессиональным опытом принесет вам немалую прибыль. В личной жизни все складывается наилучшим образом. Рак. Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событиями. Ваши желания получат поддержку и шанс осуществиться. Вам необходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими талантами. Постарайтесь быть мудрее. Лев. Вы немного нервничаете, но не стоит позволять эмоциям одержать победу. Докажите, кто настоящий хозяин положения. Постарайтесь осмыслить ситуацию и понять, что именно вас не устраивает. У вас есть шанс исправить несколько ошибок. Дева. На этой неделе есть смысл подумать об увеличении дохода и новой работе. Сейчас благоприятное время для начала накопления большого капитала. Во всех своих делах вы можете получить неоценимую помощь от семьи. Избегайте одиночества. Весы. Не следует бороться за лидерство на работе. Лучше действовать заодно с коллегами, а не тянуть одеяло на себя. Реализуйте свои планы на ясную голову. О вашей деятельности должны знать только в узком кругу надежных друзей. Скорпион. На этой неделе исполнятся многие ваши желания. Ждите солидную прибыль, новые проекты и заказы. Могут вскрыться новые обстоятельства. Это будут приятные новости. Начинается новый период в вашей трудовой деятельности. Стрелец. Ваша рабочая результативность будет зависеть от вашего самообладания и самодисциплины. Вы можете стать энергичнее и предприимчивее. Практически все, о чем вы задумывались, сбудется. Поразмыслите, что действительно вы хотите получить. Козерог. Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами и даже начальством. Постарайтесь философски отнестись к этому и превратить дискуссию в увлекательную беседу. Следите за своей речью. Водолей. Постарайтесь не обращать внимания на суету. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в процесс. В середине недели возможны определенные проблемы во взаимоотношениях в семье. Рыбы. На этой неделе стоит особое внимание обратить на карьерный рост, так как возможно весьма привлекательное предложение. Правда, придется больше работать. Вам нужно продумывать все. Получить многое без тщательного анализа и расчета не получится. Здравствуйте, с вами РТА Телеком. Современный мир диктует нам высокую скорость жизни. Быстрые машины, быстрая еда, быстрые денежные переводы. Остановимся подробнее на онлайн-оплате услуг. Вам нужно оплатить за услуги интернета и телевидения. Сделать это нужно обязательно до конца месяца, чтобы не оставаться без интернета. Заходим на сайт РТА Телеком, вводим номер договора или ваш адрес, указываем ниже цифры с картинки и нажимаем «Найти». На следующей странице вы увидите данные вашего счета, QR-код для оплаты через приложение Сбербанк Онлайн, а также прочие сервисы для оплаты. Выберите подходящий именно вам. Заполняйте все данные с карты. Не бойтесь, все данные хранятся только на вашем устройстве. О, а я уже подтвердила свой платеж, пока рассказывала вам о оплате. Это проще, чем кажется.